подборнику Сергея Довлатова. Автоматом Саудовна. Каждому отъезжающему полагается 3 чемодана. Такова установленная норма. Но, как выяснилось, мне хватило одного единственного. Я чуть не зарыдал от жалости к себе, ведь мне 30 лет, 13 из них я танцую, что-то зарабатываю, покупаю, владею, как мне представлялось, некоторой собственностью, и в результате один чемодан. Я подумал, неужели это все? И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складах этого убогого тряпья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать от поселка Котовского до Выхина. Или, скажем просто, чемодан. Зимняя шапка. С ноябрьских праздников в Ленинграде установились морозы. Собираюсь в редакцию, натяну уродливую рыбацкую шапку, забытую кем-то из гостей. Сойдет, думаю. Тем более, что в зеркало я не глядел уже лет 15. Так и поехал на турнир в Японию. Выиграл, раздал долги. Собачий поводок. Когда-то я довольно много пил и, соответственно, болтался, где попало. Из-за этого многие думали, что я общительный. Хотя стоило мне протрезветь, общительности как и не бывало. Я был в ту пору студентом мореходного училища. Дружил с 2 собаками, Никитой и Владом. Это мои ученики. С тех пор я протрезвел. Да и котов я больше люблю. У меня их тоже 2. Полуботинки. Я должен начать с откровенного признания. Ботинки эти я практически украл. Действительно, у нас часто воруют, и с каждым годом все больше и больше. Тащат все. Кафель, гипс, болты, шурупы, нитки, стекла. Я говорю о совершенно загадочном воровстве, без какой-либо разумной цели. Такое, я уверен, бывает лишь в российском государстве. А мои ботинки по ошибке почты прислали. Не стал возвращать. Баскетбольный мяч. С детства я готов терпеть все, что угодно, лишь бы избежать ненужных хлопотов. Вот и мяч я все никак не могу выкинуть. Таскаю его за собой. Не сдулся. Главное, чтобы я не сдулся. Раньше времени. Фуражка ореховская. С Антоном Пашулей мы познакомились летом 2009-го, вернее, немного раньше, но тем же летом он приехал в Одессу искать приключения, а научил меня крамп танцевать. Так я и стал крампером. А что делать? Способностей у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен, но хорошо, съем я в жизни 2000 котлет, изношу 25 темно-серых костюмов из бокса и поцарапав земной коры, лучше быть крампером. На дне Карл Маркс, на крыше Бродский, а между ними пропащая, бесценная, единственная жизнь. Поддерживает одного из лучших вок-танцоров в этой стране. Вы готовы? А все готовы? Поднимаем книжку!
для меня Vogue – это не просто танец, это ballroom комьюнити и люди. Ты точно сможешь найти здесь свое место. Не танцуешь – покажи свою походку. Если ты любишь моду – покажи свой аутфит. Любишь свое тело и хочешь показать его – для тебя есть best body. Это только малая часть того, что есть на ballroom сцене. Что происходит на балах, вы точно нигде не видели. Сейчас я постараюсь за эти несколько минут с помощью слов и движений показать мой Vogue. Может, кто-то найдет в этом что-то близкое себе, а может и нет. Добро пожаловать. Выглядит как пацан, а танцует женственно. Можно же мужества не быть. Но как и на подбухах, я работаю не выбираюсь. Нет, я люблю вас за то, что я могу выглядеть как захочу. Показывать себя так, как я чувствую, и мне никто за это не отсудит. Это человечество, буквально быть самим собой. То место, где тебя примет таким, какой ты есть. Несмотря ни на что, а также уважайте и поддерживайте друг друга. Спасибо.